Итак, снова рады видеть вас в христианском социальном центре «Новое время». Я прочту вам из Евангелия от Матфея, 5 глава, 3 стих. Здесь написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Еще раз: «Блаженны нищие духом». Как мы уже говорили вчера, заповеди блаженства, которые дал Иисус своим ученикам, это правила, принципы и установления, которые могут привести жизнь человека в состояние блаженства, в состояние, когда успех и процветание есть неотъемлемая часть жизни такого человека. Итак, здесь написано: «Блаженны нищие духом». Наверняка вы где-то слышали, может быть нет, но каждый человек, жизнь каждого человека состоит из трех основных составляющих. Это его тело, это его душа, составляющими которой являются эмоции, воля и разум человека. И третье – это дух человека. Дух человека – это та часть, о которой в свое время классик сказал, что в жизни каждого человека есть пустота, которая была сотворена Богом и для Бога, и ничто, кроме Бога, не может ее заполнить. К сожалению, много людей, не имея духовной составляющей, духовной ценности своей жизни, они пытаются компенсировать или заполнить эту пустоту каким-то душевным наполнением, или кто-то пытается наполнить ее какими-то радостями и удовольствиями, которые присущи сегодня нам. Но, к сожалению или к счастью, здесь написано, что «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Только тот человек, который делает ставку в своей жизни на духовные ценности, на вечные, на истинные ценности, такие как любовь, милосердие, смирение, благость, способность принимать людей такими, какие они есть, способность возвышать каждого человека, способность прощать, способность творить добро там, где нет даже причины малейшей намека на то, чтобы делать добро. Эти ценности, именно такие, именно люди, живущие такими ценностями, Библия говорит, что таковых есть Царство Небесное. То есть Бог приготавливает всего самого себя. Он открывает свою жизнь для таких людей. Те люди, которые живут просто для того, чтобы наполнить свою жизнь какими-то радостями и удовольствиями, Бог тоже признает это как факт. Бог признает как право этих людей на такую жизнь. Но Он не обещает здесь и не говорит, что таковых есть Царство Небесное. Люди, которые насыщают свою жизнь какими-то моральными, хорошими благами, такие как дружба, даже семья, даже просто общение между собой. Это здорово, это хорошо. Но здесь не написано, что такие люди наследуют Царство Небесное. Только те люди, которые нищие духом, те люди, которые ищут Бога, которые осознают, что кроме всего в жизни, кроме семьи, кроме работы, кроме радости, удовольствия, кроме всего этого, самое основное и самое главное в жизни – это действительно познать Бога и стремиться к Нему. Бог говорит, именно такие люди, они наследуют Царство Небесное. Поэтому я хочу сказать, каждому из нас, нам есть смысл, есть необходимость вынести из этого местописания какие-то уроки. Поразмышляйте над этими словами. И я уверен, что решение, оно не заставит себя ждать. Да благословит вас Господь.